Женский микс больших размеров, Ladies XXL называется данная позиция. Мешок весит 15 килограмм, категория крем. Первым у нас идет блузка марки River Island, 24 английский размер, следов износа нет. Еще одна блузка тоже с коротким рукавом. Так, также без следов износа, размер, к сожалению, не указан. Так, что-то очень тяжелое, это штаны, оказывается. 20 английский размер, марка Next, новая с этикеткой. Так, марка Damart, 18 английский размер, это у нас майка. Тоже следов износа нет. Claudia Stroyer, как-то что-то так непонятное написано. Ладно, здесь у нас юбка. Указаний размера нету. Похоже очень на полиэстер. По ощущениям, размер XL. Еще одна блузка с длинным рукавом. Тоже без следов износа. Новая блузка с коротким рукавом. Style Unlimited. Указания размера, к сожалению, здесь у нас нигде нет. Так, Maxi Blue, 54 английский размер. Это у нас толстовка. Следов износа на рукавах я не вижу. На воротнике также без следов износа. Марка Ann Harvey. Это у нас еще одна блузка с коротким рукавом. Также без следов износа на воротнике. Марка TU, 20 английский размер, хлопковая майка. Тоже следов износа я пока не вижу. Так, размер M-ка платье. Также без следов износа. Марка AV. Это у нас юбка. Здесь есть вот какие-то пятна. Вот здесь вот. К сожалению, я вот увидел. Так, блузка с коротким рукавом. Без следов износа. Состояние отличное. Еще одна блузка с коротким рукавом. Тоже без следов износа. 14-16 английский размер. Так, летние легкие штаны. Еще одни штаны. 32 размера. Не знаю, поместятся они здесь или нет. Новые с этикеткой. Вот так вот как-нибудь в половину сложим их. Так, 18-20 английский размер. Еще одна футболка. Бюстгальтер. 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 Размер здесь у нас указан 85G. Марки Джордж. Вот такой вот. Бюстгальтер. Марка Аня Мэдсон. 24 английский размер. По-моему, еще одна юбка. Тоже следов износа нету. Марка Anthology. Блузка с коротким рукавом. Также без следов износа. Марка Simply B. Размер здесь у нас указан или нет? Нет, не указан. Тоже блузка с длинным рукавом уже. Новая с этикеткой. Марка M&Co. 18-20 английский размер. Еще одна блузка с длинным рукавом. Тоже без следов износа. Так, марка Буху, 20-22 английский размер, джемпер. Следов износа нет, состояние отличное. Марка Джордж, это у нас шорты. Тоже следов износа я не вижу. Так, платье следом у нас идет. Размер здесь у нас указан на 18-й, марка Роман, кстати. Тоже следов износа я не вижу. Так, вот так вот сейчас немножко посередине поставим. 18-й английский размер. Еще одно платье. Тоже без следов износа. Так, марка Джордж. Такая вот блузка. Марка H&M. Размер указан XL платье. Тоже с длинным рукавом. Следов износа нет. Марка Мода. Это у нас танковка. Тоже без следов износа. Еще одна блузка марки Джордж. Также следов износа я не вижу. Так. Спортивные штаны. Здесь у нас указания размера нет. Они, кстати, теплые очень. По крайней мере, на ощупь. Марка Next. 18 английский размер. Блузка с коротким рукавом. Платье. 100% вискоза, кстати, указано в составе. Следов износа я не вижу. Так, марка M&S Collection. Еще одна блузка. Рукава примерно 3 четверти. Следов износа на воротнике на рукавах нету. Так, платье еще одно. По ощущениям похоже, кстати, на хлопок. Так, следов износа нет. Так, ночное платье. Ночнушка. Новая, кстати. Марки Mark & Spencer. Размер здесь 16-18 английский указан. 18 английского размера. Вот такая вот майка, наверное, можно назвать. Марка Class. Указания размера нет. Это у нас юбка еще одна. Тоже без следов износа. Марка Марина Канева. 16 английский размер. Следов износа на рукавах нету. Rogers and Rogers. 20 английский размер. Новые штаны. Также, соответственно, следов износа нет. Танковка марки Mark & Spencer. Следов износа на рукавах я не вижу.
Очень прикольная такая фактура у материала. Марка True. 22 английский размер платья. Тоже очень приятный такой на ощупь. Так, марка New Look. 16 английский размер. Так, это у нас, по-моему, рубашка. Марка Roman. 20 английский размер. Майка. Так, марка I Casual. Еще одна майка. Так, юбка 20 английского размера. Вот такая вот. Так, что-то типа, наверное, джемпера, я не знаю. Здесь вот точно вырезы под рукава указаны. Ну ладно, что-то новенькое. Так, вот такая вот рубашка достаточно большая, тоже рукава на 3/4. Пуговицы все на месте, следов износа на воротнике и на рукавах нету. Футболка размер указан XL. Так, туника, следов износа нет. Так, еще платье с пайетками, здесь тоже указания размера нет, следов износа также нет. 20 английского размера, тоже еще одна новая юбка с этикеткой. Марка Tessini, 44 европейский размер платья. Марка Mark & Spencer, это у нас танковка, тоже следов износа нету. И последняя вещь, которая у нас здесь идет, марка Danze, 18 английский, 18-22 английский размер. Это у нас блузка с длинными рукавами, также новая с этикеткой. На этом все.